любой материал, любые оттенки красного цвета, вот, ну и возможность, то есть оформление, оно тоже может быть любым. Бумажные гвоздики, георгиевские ленты, портреты ветеранов, разнообразные символы воинской славы. Все это на красных полотнах размером метр на метр. По условиям всероссийской акции «Знамя Великой Победы» любой желающий может создать свое победное знамя. Никаких ограничений ни в сюжетах, ни в материалах. Как всегда, очень активно принимают участие молодежь. Это школьники, это студенты нашего сельскохозяйственного колледжа. Вот сегодня как бы лучшие работы будут отправлены в город Красноярск, где будет собрано со всех муниципальных районов Красноярского края, и будет сшито очень большое полотно. Предполагается, что оно будет размером 50 на 50 метров, может, возможно, даже и больше. Все, что останется у нас здесь, мы также сошьем воедино полотно, и 9 мая волонтеры на параде Победы данное знамя будут также пронесено и показано для жителей, значит, поселка Шушинское. Принять участие в акции еще не поздно. Сделанное вами знамя Победы ждут в молодежном центре «Юг». А в дни празднования юбилея Победы можно будет рассмотреть получившееся полотнище, сшитое из нашей признательности ветеранам Великой Отечественной войны.